Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. До встречи с тобой! Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе, и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу, и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на ее проблемы. Уилл Трейнер знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир, буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга. Женщина в черном. На дворе конец 19 века, но хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Илмарш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над девушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. «Страна приливов» 2005 года. Десятилетней девочке Джелизи Роуз с родителями явно не повезло. Немолодой папаша наяривает в разбитной рок-группе, по вечерам отправляясь в продолжительные наркотические трипы. Мама сидит на таблетках и героине. Но несмотря на это, дочь любит своих родных, ведь других у нее просто нет. В подружках оторванные головы кукол. Нездоровый образ жизни сводит матушку в могилу. И ее отец Ной решает увезти Джелизу Роуз в дом своего детства, расположенный в бескрайних просторах пшеничных полей на окраине города. Побег от реальности приведет их в мрачное царство американского захолустья, где самые смелые городские фантазии выглядят безобидными рождественскими сказками. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!